такая ситуация. Станция «Золотые ворота». Поезд стоит очень долгое время. Сзади еще один поезд. Вот пришелец, там еще один поезд. Вон там освещение вижу. Вот прибыл еще один. Шо? А где человек? Какой именно человек? Ну, что упал на рельсы. А вдруг это не из-за того руфера, который упал на рельсы? У меня первый раз такой. У меня тоже. Вот, поезд стоит, и там еще один стоит. Так говорили, что что-то вроде... Что-то случилось на станции Паласпорту. Тихо. Тихо. Я не могу. Смотри, и тот стоит. Да, и тот стоит, а и люди, тот стоит, почему, и так еще а стоит. А почему люди не выходят? Я не знаю. Ой, я могу с этим... Тот стоит, и там еще один стоит. Не понимаю... Не, может, человек упал на рельсы. На Паласпорту вроде. И так, тихо. Коля, это никто никуда не упал. Просто задержано движение в сторону Красного хутора. А ты думал, то, что случилось та же самая трагедия на Выдовичах, где Рупер упал? Нет, просто движение задерживается в сторону Красного хутора. Вот. А, может, поезд сломался впереди где-то? Не знаю. Этот работает. А ну-ка, а сзади это вот. А ну-ка, а может, а сзади это? Там тоже стоит поезд? Нет, вроде. Тихо. Угу. Я лучше на эту выложу, а потом тебе скину ссылку. Три состава. Этот и там еще в тоннеле стоит. То, что задерживается движение поездов в сторону станции метро Красный хутор. Да. Да. А я откуда знаю? А ну вот тут дама только что. Нет, туда. Я поняла, но говорила Виктор, вы слышали ухом? Я что-то ничего не поняла, что она Но так говори. Что? Падением пассажира на якій станції? Тимчасово припинено. В смысле? В смысле пассажир на рельсы упал на Паласі спорту? Ну на какую-то станцию, я не слышала, на какой станции. А, Паласпорту. Так, вот уже патрульные. Так, оказывается, упал человек на рельсы. Ну так я тебе говорю, на рельсы. А я думал, то, что просто задерживается. Трафик. Не, может, сознание потерял человек, не упал. Ну или самоубийство. И что делать теперь? Мне надо на вылицу ехать. Падение пассажира. Максим, скажешь маме, как было? Ну, тете скажешь ей, как было? Ну, я понял. Паласпорту. Хорошо. Это капец какой-то. Смотри, вот. Сколько уже секунд прошло. Оп, там даже уже этот отчет перестал работать, видишь? А там ездит. И этот отправляется.
первый раз в моей жизни такое. У меня тоже. О, слышишь? Походу он откатку приедет сам. Возможно. Это до Харьковской едет. Тоже пришел. Ну нифига себе такое. Ну нифига себе. Ну ладно, давай на Паласпорту выйдем, там посмотрим, что случилось, хорошо? А если будем долго стоять? О, нам на поздняке. А если движение прикроет на палатке? Тихо. Что мне Катя записывать? Голосовой записать? Не надо. Я Катя. А если будет, если мы приедем в туннеле, дверь будет закрыта, а человек упал на рельсы, что делать? Я твоей Кате пришлю видео, которое я сейчас записываю. Человек упал на рельсы. На санкции на метро Палас-Порту. Из-за этого было временно перекрыто движение. На Бузбучок тоже такой самый был. Раньше. А ты что, новости смотрел? Да, я по интернету. А я по телевизору. Ой, не могу с этих людей. Да. Либо случайность, либо самоубийство просто. Я не понимаю. Лучше на трамваях есть и на троллейбусах. А я тебе говорил, доехать до Черниговска, я там на трамвае сесть. Ну так, я хотела, а Катя не хочет. Ой, просто так это дольше будет. Ладно. А это телевизор завис, видишь? Что маме сказать? Мама, поговори с Максимом. Представляешь, как только мы уже только-только пришли на станцию Золотые Ворота, тут же объявили то, что в сторону станции метро Красный Хутор временно перекрыто движение из-за того, что упал человек на рельсы на станции метро Палац Спорту. Ехать. Ну как, только приехали на Паласпорту, простояли там уже целый час. Ну не знаю, ма, не знаю. Что? Жив человек. Надеюсь, что да. А я откуда знаю? Я тогда на Золотых Воротах был. Погодите, еще куда-то идти. Ма, я к тем через карату еду. Кади, не надо. Ма. Я к тем. Да, сказали, что движение перекрыто. Временно. Временно. Да. В сторону Красного Хутора. Человек упал на рельсы. На станции Палац Спорту. На станции Палац Спорту, ма. Человека перекрыли. И они сидят, стоят. Человека, наверное, вытащили уже из рельс. Да человека вытащили из рельс уже. Человека вытащили из рельс. Интересно, он жив или нет? Надеюсь, что да. Что? Ну мы ждем это, на Паласпорте у меня поезд. А, ну ждите, сейчас, значит, поедет уже. Так, еще один едет. А тот человек, который упал на рельсы, он жив? Откуда я знаю? Я заканчиваю видео.